просветительский центр Сретенского монастыря и благотворительный фонд «Женщины за жизнь» начинают совместный проект «Как пережить карантин с детьми». Профессиональные психологи и священники проведут серию прямых эфиров, где вы сможете получить поддержку и задать вопросы о том, как жить родителям с детьми в период самоизоляции. Онлайн-трансляции будут проходить на Instagram-странице Сретенской молодежи. В процессе эфира можно будет задавать вопросы. К некоторым эфирам можно будет подключаться по видеосвязи.